Подача и теперь на сервис удар от ворот. Здорово играет колено. Быстро бросили рожок. Удар рожка из-за пределов штрафной. Стелился мяч по газону и здорово все. Видимо, тоже может. Каплиенко розыгрыш. Ну вот, получилось неплохо. Федянин удар. И забивает Смолевичи. Вот так вот радуется больше, не знаю, голу или тому, что прошла такая крутая комбинация. Снова разыграли, снова получилось интересно. И немного не готовы оказались к такому розыгрышу футболиста хозяев. Вот так вот на 21-й минуте. Артем пытался прострелить штрафную, не получилось. Лебедев укрывает мяч корпусом в штрафной, но никто не помогает, некому сбросить. И в итоге потеря, но отбирает сразу мяч Тихановский. Лебедев ставит корпус ему и показывает Цинкевич, что можно играть без нарушения правил. Отбирает мяч гости. Павлючек. Назаренко. Здорово на одном шаге. Простреливает Дубаич. Лебедев катит низом и здорово играет Абрамович. Не попал как следует по мячу Лебедев, но отмечаем хорошее взаимодействие между... Команду вытеснил Николая Романюка. Спасал в некоторых матчах Пушняков. И очередной щит рекламный страдает, а здорово играет Переводит направо, там Назаренко. Пусть рикошетом, но проходит дальше. Подача на ближнюю штангу. И Дубаич пытался пробить. Не получилось. Метался мяч по штрафной. Вывели. Каплиенко. Лебедев. Здорово. Смотрит, кому можно отдать. Игнатенко. Лебедев бьет в ближний угол. Хорошо пробил капитан. Номер первый, восьмой, Валерий Потороча. После этой атаки продолжим. Лебедев. Смещается в центр. Дубаич. Лебедев. Удар. 1-1. Дмитрий Лебедев сравнивает счет. Классная комбинация. Здорово сыграли в стенку с Бояном Дубаичем. И низом. Низом покатил мяч в угол. Дмитрий Лебедев вернулась Городей в игру и гол в раздевалку. 1-1 и 44-я минута. Городей в атаке. Пытается закрепить успех. Развить. И кто знает, может получится. Падает Лебедев. Удар. И спасает сейчас команду Абрамович. Это и дает свисток в начале возобновления игры. В стенке 5 человек. Ну что, смотрим. Пробегает Пушняков. Удар Лебедева. Классная! Не попадает в воротах. Показалось, что забил в правую девятку. Пашилов. Хорошо играет на подборе Городей. Сейчас поджала гостей. Игнатенко входит в штрафную. Проходит. Удар Игнатенко. И снова мимо ворот. Да что ж такое сегодня с футболистами Игнатенко. Пашилов. Стеночки. Забегание. Очень все интересно пока. Игнатенко навешивает. Свободная зона, там здорово. Здорово защитники. Но опять на подборе классно играет Городея. Павлючек. Пушняков простреливает передачу. Дубаич! 2-1, классно забивает Дубаич. Прострел Пушнякова и в падении. Ногой протыкает мяч сербский форвард. Подача. Здорово играет Терентий. Мяч до него долетает. Луцевич не дошел мяч до Каплиенко, а он уже врывался в штрафную. Навес. Каплиенко мяч выиграл. Терентий, Луцевич. Сбрасывает. Луцевич бьет. Мимо. Удар по воротам. И Довгяло мяч ловит. Но посчитали арбитры, что не случилось потери. Башилов. Здорово ставит ногу. Пушняков. Заброс на Лебедева. Здорово. 2-1. Лебедев выбирает защитника. Катит на Дубаича. И 3-1. Бой Дубаича оформляет Дубаич.
Очень классная передача от Лебедева на грани офсайда. И 3-1. Боин Дубаевич забивает четвертый мяч в чемпионате. Проткнул мячом между... мимо. Смотрит командир, разбегается Городея. Вот Артюх открывается. Мяч следует не туда. Дубаевич. Направо на Игнатенко. Подача, и Лебедев бьет поворотом, не попадает. Назаренко открывается один. Артюх как раз таки, вот он получает мяч. Сазанович перед ним, вот останавливает, обрабатывает, дожидается, пока забежит Поздняк. Катит на удар, ворота, перекладина, добивание, 3-1, хэт-трик. Бояна Дубаевича. 4-1, но это все. После такого, конечно, не подняться.